Сегодня я покажу, как сделать такую стенку в Майнкрафте. Для этого нам понадобятся обычные доски и люк. Для начала мы ставим доски абсолютно сколько мы заходим в ширину. Потом мы ставим люки наверху и делаем вот так. Дальше потом мы ставим сюда, нажимаем на Shift и ставим уже поверх люков наши доски. Дальше мы просто ставим люки и закрываем их. И также повторяем это действие тут. И в таком хаотичном порядке мы строим вверх. И дальше решающий экземпляр. Это флаги. Мы берем их абсолютно любого цвета. Я возьму белый и просто нажимаем на Shift и ставим их. Благодаря то, что в Майнкрафте есть типа ветер, они будут по ветру вот так качаться, образуя вот такие, можно сказать, такую диаграмму. И вот такая у нас стена. Я думаю, прикольно. Она классная. Да.